Здравствуйте, друзья! Мы с вами смотрим домик на участке где-то в 7 акров. То есть это так примерно 3,5 гектара участок. Вот. И вот этот дом. Там вот риэлтор вышла там познакомиться. И я хочу сказать, вот прямо, знаете, хочется словами поэта, типа 10 acres, это? Она говорит, что 10 акров. То есть 5 гектар. Хорошо в Ист-Косте летом пристает бабло к штиблетам, к жилетам. Вот, я как раз в жилетке, друзья, идем смотреть дом. А почем дом, ребят? 500. Как? Полмиллиончика. 500 тысяч, и она сказала 10 акров, да? 10 акров. Какой площади дом? 2000. 2000 сквер фит? 72 года. Дом 2000 фитов. Ага, 200 метров, где-то 200 квадратных метров, чуть меньше. Да, то есть старенький дом на 10 акров, очень красивый месте. Ага, это вход, друзья, это вход. И вот мы смотрим на дом, дубовый паркет. So how old is the house? 1979. Ага, 79 года дом. Вот у нас тут тоже в Калифорнии такие паркеты делали в это время. Ну там какие-то коробки в углу, не обращайте внимания. Так, идем. Наверное, я разуюсь, что я так? У них карпет хороший. Да? Так, кухня. Давайте посмотрим на кухню. Ну, я бы сказал, что кухня с 79 года не менялась явно. Не менялось, но они, может быть, ее лаком чуть-чуть покрыли. Шкафчики. Это вообще, надо сказать, что старье редкостное. Это ламинат. Не ламинат. Это пленочка такая. Это пленочкой покрыто. Да, это уже такой дешевизны, что я уже даже не знаю. То есть это даже не кафельная плитка. И вообще, эта кухня, я бы сказал, надо срочно менять всю кухню. Это как бы некоторая работа, которую надо будет сделать. Я бы, если бы купил такой дом, например, я бы это, перед тем, как заехать, я бы всю кухню поменял. Если бы не стал менять ничего более кардинального. Здесь, по идее, мог бы стоять, например, столик там на двоих, на троих, на четверых, чтобы покушать. Но вообще-то так, не очень вдохновляет. Но вообще землица, землица, друзья. Ох, землица. Так, окна грязные, могли бы и помыть, конечно. Вот подоконник. Некоторые из нас, друзья, любят подоконник. И вот вам подоконник, чтобы вам не казалось, что у вас что-то отняли в жизни. Вот это радиатор снизу, вот это обогреватель. Классика. Так. А вот тут явно положили новые плиточки. Так. Камин старенький. Ой, боже мой. Сейчас такие, знаете что, их выкладывают мраморной плиткой такой. Квадратиками по футу размер, фут на фут. Вот. И становится очень ничего. Ну так, конечно, ну старенький. Вот потолок, например. Ну не фигня вообще, ну что это такое? Поздирали бы эти доски, к чертовой матери, зачем они тут нужны? Явно это не наш путь. Не наш. Ну ничего, мы так не критикуем особо. Кладовочка. Конечно, друзья, когда у тебя 10 акров земли, то бишь 5 гектаров, и это все неплохое место с точки зрения географически вот так. Тут у них все определяется расстоянием до Вашингтона, потому что там очень многие люди работают. Вашингтон, DC. Очень много государственной работы там. Очень-очень много государственных нанимателей. Поэтому в этом отношении здесь место неплохое. Поэтому, когда у тебя за полмиллиона еще и 10 акров земли, это, конечно, можно просто офигеть. Так что не будешь к дому сильно цепляться. Он требует работы. Хотя тут тоже что-то, вот, плиточку на полу поменяли. Но они простенькое что-то такое делали. А вот, скажем, каунтер старенький, шкафчики старенькие. Это хорошо видно, когда вот так его выдвигаешь. И вот уже вот хорошо видно, я думаю, и вам видно тоже.
Там по деревяшечкам, да, видно? Так. Идем дальше. То есть этот дом не знал, давно не знал никакого ремонта. Это старые такие окна, видите, еще вот с такими защелками. Вот такие. Раз, два. Два. Так, так. Так. Но вид, конечно, из каждого окна, буквально, из любого окошка ты смотришь. Да. Эта штука называется термостат. Тут устанавливается температура. Так. Так, 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 так. Вот тут, ну что, карпет, похоже, то ли он новый, то ли его как следует вычистили. Во всяком случае, он в хорошем состоянии. Похоже, что по нему недавно проходились вот этой машины очищающие. Это видно по следам на полу. Так, тут у нас walk-in closet. Смотрите, как вот шнурочек так натек. А, нет, я извиняюсь, это не walk-in closet, это на чердак лестница, вот так ее опускаешь, и вот там будет чердак. Ой. Ну и, конечно, друзья, вот виды. А, Ален, художник где? О, мне нравится. Художник, что с видами? Виды отличные. Правда? Виды отличные, потому что такая перспектива. И... А, какое вот у вас впечатление, Сергей? Вот вы смотрите на это все. Сереж, какое тебе впечатление? И мне нравится то, что он такой старенький. Да. Ну, мы живем, конечно, после. Я, конечно, вижу перспективу уже благодаря Светлане. Виды красивые. Я думаю, так, что. Сереж, здесь... можешь попросить закрыть это одной рукой, мне тяжело. Угу. Так, окошечко. И я думаю, что из этого дома, если приложить деньги, можно очень хорошее сделать что-то. Но это вот вопрос, сколько. С точки зрения удаленности от центров цивилизации, как вам? Сережа. Терпимо. Вот сколько отсюда ехать до работы? До работы ехать? Да. Часа два, наверное. Это еще? Многовато. Многовато? То есть, два часа, да? Ну, я пока выйду на одну дорогу, потом на другую дорогу. Нет, это не приятно. То есть далековато? Мы это далековато. Я-то исходил из того, что это не так далеко. А если в Ресте не работать, допустим, а не в центре здесь, Вашингтона? Вот Сергей работает рядом с Белым домом, считай. Ну, а вот если в Ресте не там IT-компании? Ну, это минус полчаса, ну полтора часа. Все-таки далековато. Может быть, поэтому он и дешевле. Ну, 500. Ну, здесь земли много. Да. Нет, здесь нужно же заниматься хозяйством сельским, иначе ты будешь налоги платить. Здесь нет, это не ферма. Акр. Это не ферма. Здесь 10 акров. Это не ферма. Но налог-то будет на 10 акров большой. Да. Налог будет на 500 тысяч, которые вы заплатите за дом. Значит, это не ферма, где списываются налоги, если ты занимаешься сельским хозяйством. Светик, что ты скажешь про дом? Ну, понимаешь, как, с моей точки зрения, это фиксер-аппер, потому что он очень старенький, и он совершенно не ремонтированный, ничего. Да. Но если в него вкладывать деньги, ну, в таком участке земли можно что-то сделать. Хочу, чтобы вы одну вещь имели в виду, что все-таки, когда ты живешь на земле, да, это и грызуны, и крысы, и животные. То есть это все нужно понимать. Что и олень, и муравьи. То есть, и это все вывести невозможно. То есть когда ты у себя в таунхаусе вызываешь эту инспекцию и уничтожаешь муравьев, то здесь это... То есть, они все равно тебя атакуют. Ну, Света, это в любом доме так. Ну вот я тебе говорю, мы сбежали с акрового участка, то есть это для нас оказалось не по силам. Так. Светлана говорит, что здесь дешевым ремонтом не отделаться. Потому что здесь как бы все старенькое, надо и термостаты, и я не знаю, там может быть и электрику надо, я не знаю, он, конечно, 40 лет дому почти. В общем, то есть если заниматься всерьез, это может оказаться достаточно дорого. Но прелесть в том, что дом в одном уровне, да? Это большое преимущество, когда дом в одном уровне. Вот. Так. Такая узенькая дверка. Что за узенькая дверка? И шкафчик такой. Ага, там что-то с водой. Понятно. И полочки. Так. Вот. Ага, это выход на дек, на балкончик такой. Мы, собственно, были здесь. Вот, но давайте выйдем на дек. Так.
Представляете, друзья, сколько травы надо накосить тут на 10 акрах? 10 акров, мама мия. Ну да, видите, оказалось, что это немножко дальше от Вашингтона. Мы много домов смотрим, поэтому я, может быть, чуть-чуть там напутал. А Сергей работает в самом центре там Вашингтона, поэтому ему критично. Он, правда, ездит на работу пару дней в неделю всего, но работаешь там не всегда на одну жизнь. До Белого дома, говорит, 41 минуту ехать. Ой, час пять. Ага, значит, то есть... Час пять до Белого дома. Девайс говорит, час пять до Белого дома. А почему же мы думали, что 2 часа? Ощущение было, что сюда как-то мы долго ехали. Друзья, значит, вот задание всем тем, кто творческий, креативный, исследователь в душе. Сколько нужно, чтобы отсюда доехать до Белого дома, при том, что адрес этого дома мы вам не скажем. Или у нас есть адрес? Сейчас доехать. У нас есть адрес. Час доехать до Белого дома. Час. Час. Вот нормально, он. Жить можно. Точно. Жить можно. 13036 Берлин Тернпайк. Лавитсвилл. Тот город, где средний возраст населения 32 года. Лавитсвилл. 10 акров, да? 10 акров, друзья. 475 тысяч. И вот, пожалуйста, если что, звоните Кате. Она прям тут. Этот дом понравился в смысле того, что мне это тоже. Как раз есть чем заниматься. Есть чем заниматься, да. Это как раз то, что я и люблю. И землица, Света, единственное, землица. Что 10 акров, конечно, это очень много. Застрелишься косить. Дело даже не в том, что косить. Тут косится маленький кусочек, но это свой собственный лес, маленький. За которым нужно ухаживать. А леса нет. Ну, условно. Нет, ну туда же, 10 акров, там в конце и крайне. Ну вот же дерево. Там же вот. Что-то, нет, там нет, что-то ну, 10 такое. 10 акров это много, причем это непонятно, очень... где у них property line. Да. Но, есть, значит, единственное, что меня смущает, это такой большой участок, потому да. что за ним нужно ухаживать. Но, в принципе, этот дом можно довести до ума, и можно его расширить. Как? Там нужно его расширить, где мастер-спальня, расширить. Но это час от Вашингтона, прикинь. Вот смотри, до Белого дома. Смотри, расширить. Надо спросить, сколько дней на маркете можно. На маркете он 36 дней. Пусть постоит. Да, еще. Она сказала еще вот что. Она сказала, что до Вашингтона, если. Она живет рядом. Она говорит, а муж у нее работает в Рестон. Она говорит, что до Рестона он доезжает минут за 50, если без трафика. Вот. А если с трафиком, то может быть и до 2 часов. Кроме того, она сказала, что в 5 минутах Браунсвик. Электричка. Браунсвик, да, электричка. И это мгновенно идет прямо в центр если города. Если мы говорим про перестройку, на да, значит, все, мы, все этого дома в порядке, за исключением нюансов. Да. Кстати, вот вопрос тоже интересный. Когда такой большой лот, у нас, например, это сейчас называется посмотрим. Сплит. Да? То есть надо пойти в сеть и узнать, можно ли эти 10 акров разделить на 2 дома по 5. То есть построить еще один дом и продать его. Продать его. Или продать его. Сейчас, если сити разрешит так, пусть это они делать, там беседуют. Да, это, конечно, друзья, мы смотрим на крышу. Это крыша, асфальт, шингл крыша. Вот эти асфальт, шингл крыши спокойно лежат лет по 40. И я бы сказал, что это в идеальном совершенно состоянии. И беспокоиться о ней ближайшие там лет 20 не нужно. То есть крыша совершенно замечательная. Это трудно делать, но это долго все. Это я вам говорю как страховой агент, который инспектировал много крыш. А ты наш проинспектируй. У нас крыша сколько? Еще и 10 лет нет. Так, это где, на таунхаузе? Да, на таунхаузе. Так. И уже надо менять. И это будет 1004, наверное, стоить. Ну это дешево. Это дешево, у вас маленькая крыша. Маленькая крыша, но ну, конечно. У нас просто ветра сильные, и все сдувает. Ну, это тонкий вопрос. То есть иногда в этом виноваты те, кто строили. Они виноваты. Иногда, они... Ну, тогда это ваша ассоциация должна с ними судиться. Уже. И, ну, и может быть, срок давности прошел. Там 10 лет срок претензий по не строительству. Прошел. Не прошел. Ну, короче, там есть свои дела. Кроме того, если у них есть страховка на это дело, то с ней легче обращаться, если там у них денег обычно своих нету. Поэтому я не знаю вашей конкретной ситуации, но если, конечно, если отлетают эти самые асфальт шинглс, то это кто-то должен. Вот. Кроме того, у вас должна быть страховка просто на дом. И если ваша личная страховка могла бы и заплатить. Не платят. Не покрывают. Почему? А если покроют, то говорят, что она сильно увеличится. Она будет каждый раз увеличиваться, вы потеряете, когда у нас что-то. Вы потеряете дискаунт сразу процентов 20-30 за то, что у вас нету клеймов. Вот в этом выразится. Надо вот. Смотреть. Надо смотреть. Ну, конечно, они могут вообще вас выкинуть из страховки и сказать, что хрен знает, а может у вас завтра еще отлетит, и каждый год теперь будет отлетать. Каждый год отлетает, да. Ну, так никто не хочет вообще так их страховать. Это, ну, сами понимаете. То есть, если известная проблема, зачем они вас будут брать? Вас просто выкинут.
Да, ну, это отдельная, друзья, это отдельная совершенно проблема, которая мешает людям полностью, так сказать, погрузиться в радость владения недвижимостью.